Друзья, сегодня мы будем играть в Bed Wars. Всем привет, это я, брат Али Ахмета. Возьми нормальный кит какой-то. Я взял вот этого кита. Так, этот кит самый худший. Так, а какой взять лучше? Пекарь, он пирог дает тебе скорость, а яблоко тебе хилит. А, ну тогда хорошо, пойдем. Сейчас я возьму кит Шепот. Сейчас я тебя позвал. Давай. Так, все. Мы будем играть в дуо. Это 2 против 2. Два против. Да. Я сейчас буду... Главное, сейчас не включай. Я одену какой-то другой кит для этой игры. Например, дрил. Да? Вот это. Все, включай. Так, иду. Друзья, я не буду его камеру показывать. У него же нет YouTube-канала. Он не может показывать, да, камеру? Это же, да. Нет. Так, какой? Заходи на вот эту. И вот так. А, вот это. Окей, все. Мы скоро будем играть, а пока что выключим камеру. Да, чтобы вы не ждали целый час. Да. Друзья, мы уже сюда телепортировались. Короче, простите, что у меня так лагает. У него даже не лагает. А, у меня все, уже ушло лагание. Да. Друзья, кстати, мы, друзья, давно не играли в Bed Wars, за это наш скилл пропал. Да? Так, мы с тобой вместе? Да, конечно, мы с тобой. Я буду... Мне сразу дали дрил, который надо... И мы... Я, знаешь, куда поставлю его? Да. На где изумруды? Давай сначала ты будешь алмаз брать, а я... Нет, давай вместе на мид сразу пойдем. А нашу кровать защитить? Нашу кровать тоже. Ну как, профессионально. Ага, ну сразу напали, думали. Иди сюда. Иди сюда, бояшка. У него бабыга. Да, но она очень слабая. А что сильнее, меч? Меч. А, меч самый сильнее, да? Да, мы его выиграли, короче. Зря напал, да? Так, я взял шерсть и буду копить на мяч. А я на броню лучше куплю. Ой, я сказал мяч. Мяч. Молодец. А ты тут теперь боишься. Бойся. Угу. Я броня? Я кого-то скинул и получил. Надо купить каменный меч. Блин, у них в команде чел с железной броней, кстати. Он читак? Нет, у него не железная броня. А то я невнимательна. Нет. Они нападают. Кстати, готовься! Мисс! Это что это мисс? Мисс! Делай ему миски! Я чуть не упал. Амелия, лучше я буду защищать. У меня и так броня есть. Я тоже себе надо броню купить. Они украли наше железо. Украли и получили много ресов. Так. Пойдем на них в сторону. Пойдем в лес. Нет! Не надо. Они нападают на нас. Короче, готовься. Меня скинули, друзья, простите. Это самое неудачное видео. Да? Сломали кровать. Я его убил. Все, убили. Наконец. Блин, надо купить железный меч. А я куплю каменный. Каменный лучше. Слышала, слабее, но... Ну, зато дешевле, да, стоит. Угу. Так, я лучше куплю. Блин, теперь мой дрил пропал. Надо было в сундук положить, да? Так, пойдем. Нападем? Нападем. Стоп, я возьму топор. Топор зачем? Для кровати? Амин, нападаем! Вон один. Пошел. Пошел. Ты не умер? Нет! Но. Я его скинул. Меня били. А ты его скинул. Кстати, сейчас нападут на меня. Блин, да, это неудачно вышло. Неудачное видео. Да. Сейчас. Друзья, мы уже зашли. Друзья, специально так делал, чтобы время не тратить. И вы хотели по... Друзья. Нет. Так, мы пока что... Скоро начинается. Через 2-1. Все, начинаем. Короче, железо копим и не идем на мид пока что. Потому что я не сразу на них нападаем. Сразу идем на алмазы и там будем защищаться, да? Да.
А, еще мне надо дрело в изумрудах поставить, да? Короче, ты будешь за счет газа пошел свои дрело ставить. Они вдвоем на меня нападут. Кстати, ну да, это... Так что я с тобой пойду. Окей. Что с твоей головой? Какая? Вы не знаете, но это очень смешно. Они уже забрали алмазы и может улучшить тебе вещи. Я на другой, а там тоже на нас. Я с тобой. И зачем со мной идти? Я и так сам нубу. Нубер. Нубешку делаю. Они тоже на мид напали. Ну. Я к тебе иду, у меня. Я, знаешь, кстати. Все, поставил свой изумрудик. Получил один изумрудик. Убивай их. Кстати, кто-то хотел на меня напасть и упал, когда прыгал. Молодец, молодец. Кстати, железо собирай, же собирай. Не, не надо ничего собирать. У меня один изумрудик сейчас. Посмотрю на дрил, что он делает. Скажи, когда нападут, хорошо? На нас? Да. Кстати, на них нападем. Не надо, у нас еще слабая армия. Да еще ты меня... возьми себе каменный меч. А я же, ты можешь за алмазами купить и купить армор, и могу купить себе алмазный меч. Короче, кстати, мой дрил может бить, или я буду за ним управлять. Может бить. Я так не могу. Знаю. Блин, сейчас посмотрю. Не нападает? Нет. Я куплю себе каменный меч. Ой, лучше не надо. Короче, они могут на нас напасть, кстати. Но они знают, что мы жесткие, сами жесткие. Блин, в этой игре долго спаунятся изумруды. В этом режиме. А, в этом режиме быстро спаунятся изумруды, но... Ненавидишь людей, которые просто нападают на людей, которые им ничего не делали? Ненавижу. Мы же им ничего не делаем, да? Кстати, я могу... Знаешь что? Я себе лучше... Место у меня место. Меча будет мотыга. Все, у меня 4. А у меня будет мостыга. А молот? Ты? А ты молот себе можешь делать, потому что я теперь не могу его брать, потому что я уже улучшил мотыгу. Смотри, мотыга у меня. Классно. Я 4 положу. Кстати, ты давай сиди на базе, а то вдруг на нас нападут. Я молот взял. Молот? Покачал. Ну, он очень... Ну, у него удары долго надо ждать, чтобы он зарядился удар. Ну, зато жесткий. Жесткий. О, все. На мой дрил напали. Короче. Мой дрил сломали, короче. Мой дрил. Я пошел за алмазами. Кстати, давай иди за алмазами. А мой дрил, кстати, сломали. Пон. Не надо говорить пон. На меня напал. Смотри, алмазы. Теперь, смотри, у меня есть способность. Или буду долго нажимать на меч, да? У меня будет вот такая... Я включу это вот так, отпущу. У меня будет способность, невидимость. Я могу еще так подкрасться, да? Да. Я себе тоже алмазы сделаю. Теперь надо копить мне... Кстати, надо дрил купить, да? Я куплю себе изумруды. Надо алмаз... броню себе... Железно лучше, пока что. Все, пошли на мид собирать изумрудики. Мы с тобой сразу... Мы уже сразу получили алмазные вещи, да? Так, я прошло 4 минуты. Ой. Осталось мало минут, чтобы наше видео закончилось. Ладно, мы вторую часть снимем. Да, еще раз включим камеру, да? Да. Короче, кстати, не рискуй прыгать, это опасно. Ты можешь построить вот такие. Хочу, ты рискуешь. А потому что я умею прыгать, я же много паркуров играл. Ладно,
Две зоны мои, а две зоны твои, короче. Да. Ну, сейчас исполнится изумрудики. И, кстати, я скажу, когда на меня нападут, да? На нас может напасть. Интересно, почему на нас не нападают? Наверное, просто у нас крутые вещи, да? Нет, на базу надо нашу. Ну да, кстати, базу. Я забыл про это уже. Ну, блин, почему не нападают? Розовых убили, они не могут на нас напасть, потому что их убили. И мы можем у них железо украсть и купить какие-то вещи за железо. Да? Поэтому почему алмазы? У меня еще 3 изумруда, у меня будут максимальные вещи. Ой, все алмазное. Ну, лучше сразу копить. Напали! Напали. Я к тебе бегу. Короче, тут Эвелин. Спасай! Меня убили. Блин. А тебя тоже убили? Да. Я подниму наш генератор, а нету больше. И мы остались без генератора. Блин, надо было изумруд оставить на базе, да? Потом. Я пошел. У тебя изумруды? Нет, я пошел с ним сражаться. А что со мной? Пойду, конечно. У них мало хп. Там челик читер. Это девочка читер. Там читеры, правда. Это ты меня случайно откинул. Она откинул я, а ты меня, а потом она меня ударила. Как? Надо было, я дома был с тобой стоять, чтобы мы их выиграли. А там был у них один читер. Достал он тебя? Все, короче, я куплю крутую вещь. Амир, кстати, мы забыли про учебе. Друзья, сейчас я выключу камеру и сейчас включу новую камеру, да? Так. Сейчас выключу, все, выключаю. Друзья, сейчас начнется вторая серия. Прям сейчас.